Врач-пульмонолог городской детской больницы номер один Владимир Томилов стал чемпионом России по тяжелой атлетике среди ветеранов. Сегодня врач принимал поздравления от своих коллег. Соревнования проходили в ноябре в городе Россош. В возрастной категории от 70 лет и старше и 150 претендентов на победу равных ангарчанину не нашлось. В рывке врач поднял штангу весом 65 килограмм. Просто мне повезло побольше в этот раз. И результаты были очень плотные. Вот. А они уже выступали на чемпионатах мира, и один из них был вторым призером чемпионата Европы этого года. Даже немножко обиделись, что их с периферии приехали и потеснили. В следующем году медицинской практике Владимира Томилова исполнится 50 лет. 30 из них он трудится в городской детской больнице номер один.